Вот мы прививаем голубят. Подготовка к голубидрому. Александр Иванович шприц-автомат готовит. Подогреваем вакцину до 35 градусов. Сейчас будем колоть моих, потом поедем к Александру Ивановичу, его проколем. Вот. А это все, что осталось гонных. Там маточник внизу. Блин, плохо кормят. Встают с маленьких, перестают греть. Ты понимаешь, у меня вот таких только штурпачок вошли, уже он гонит на яйца. Ёжики, ёжики. Да, вот да, такие, да. Вот так это все, Лёш. Это не только. Это я смотрю, причем, ну не только. Я вот удивился, когда, ну, я видел дяди Саши Гаврилова, 70 голубят на улицу вышли. Уже вот такие вот. 70 штук. Я говорю, ну, как? Это первые. Первый. Да, но у меня, видите, вот по зиме тоже не один, они грели хорошо, а вот сейчас солнышко холодно ночью, солнышко холодно, понимаешь? Климат козлячий. Дело в том, что солнышко, голуби хотят на солнышко, выше на солнышко, он уже потоптал ее, он уже гонит на яйца, а там вот такое вот. У меня тоже много погибли вот этот период. Сейчас они как-то уже выживают. Они на ночь все-таки, голубка идет садиться еще. Садится, да. И плохо кормят. Да. Вот это повставали, я начал открывать. Надо, может, купить корм для стартовой цыплят. Даю. Сказали, не для цыплят лучше, а для перепелов. Перепелов. Он там, они как бы... Больше витаминов. Да. Они должны белка сушки. Там да. Я подкармливаю со шприца. Ну правильно делаешь, на ночь. Не, утром они, я ж кормлю под вечер. Нет, дорогой, голубей нужно кормить утром. Во-первых, они должны попить молодые. Ты утром, когда зайдешь голубят, потрошь, ну пустая более у нас сухой. Значит, голуби обязательно нужно кормить, которые кормят уточку. Они кушают, напиваются водички, идут кормить сразу голубей. А на вечер уже, потому что два раза кормят голубей, которые кормят. Мне у там, меня из-за этого молодых. Посоветовал Олег, ну, Виталич, да. С Мариуполя, чтобы купить один препарат. Купи там один препарат, говорит, он в обычных ветаптеках, не помню, как называется уже. Это самое, название типа... Инвермектин, не. Вот это для кроликов, для стресса дают такое. Бравоформ, типа бравоформ, что-то по-другому. Ну, говорит, вот это дай, говорит, видишь, нормально пойдет. Оно, говорит, все класс. Нужно делать обязательно. Покупать мешок песка, потом лучше будет. Нет, конечно. Я, наверное, мальчик. Я тебе уже давно говорил, что тут холодно, а там тепло. Ну, во-первых, там на солнце, там голуби по-другому чувствуют себя. Потому что эти вылетают, они потом не хотят залетать сюда, кормить их. Да, да, а так они туда-сюда, постоянно там шастают. Значит, возьми еще, купи мешок песка этого, вознесенского. Возьми, я тебе кормовую не принес. Возьми ложку чайную, то есть чайную, столовую ложку, литр воды. Замешай песок с мелом и дай. Посмотришь, они не отойдут. Они не отходят, я знаю. Ну, я даю, я просто сейчас закончился. Батя, я скажу. О, все, отлично, шо? Ловим. Нет, подожди еще. Не так все просто. Еще не ловим. Еще не ловим. О, так. Так. Вот. О, полимон. Это полимон у нас. 5 миллиметров. Миллиграмм, да. Ну, инактивированная, как они и просили. Что... Теперь вставляем сюда. Теперь
для воздуха, чтобы выходил воздух. Надо вставлять. Ага. Вторую иголку вставили. Теперь заряжаем шприц. О, теперь став. И давай голубей. Ага. Сейчас. Все, уже готово, да? Все. Ставим. Ближе лопатки. Ты держишь так голову, да? Но лучше ты так держишь, а так чуть-чуть держать. И собирать вот так по пальцам, чтобы я видел тени. Я тогда поднимаю это и тогда беру вот так. Все. О! И сразу в небо. Да, хорошо. Это минуты делаешь. Это я Сашку по 200 штук стоит. Ближе на шею, нет, на цель сильно далеко. Вот видишь перья, вот у них густые перья сейчас. Когда на меня, понимаешь? Все. А ты ж должен номер кольца не говоришь? А зачем? Она... Ну, а ребята где? Видят, что... Да. Вот. Что мы вакцинируем и не филоним. Вакцинируем всех. Без, все без обмана. Хорошо. Лопатенькая. Так, на камеру. Ты отойди, чтоб камеру. Это тоже с такой дробью хороший. Ну ты их уже гоняешь, понимаешь, да? Это, вот это вот, что мы только что укололи, уже 40 минут херачило. Это с подлутого рыжего, две в середке. А. Вот это вот, один. Бойный, выкормим. Оно уже летает, еще пух на голове, а уже летает. Это Женька мне подарил. Смоляных белохвостых пару. Женя Гумич. Ага. Ну еще облинять, у нее там крылышко что-то, знаете, как пешкунское. Это вроде как голубок. Ну это Женя так сказал. Я что-то склонен ему верить. Все. Я ему хвостик вырвал, уже хвост вообще. Так, все. Быстро закрываем хату и едем к вам, да? Чтобы не прошло время. Все, ставим паузу. Так, сейчас будем вакцинировать у Александра Ивановича Куприянова голубят молодых. Первого по 20. Подготовка к голубидрому. Одному, второму, третьему, неважно какому, птица вся готовится. Заглядываю.
главное, чтобы подносили как снаряды. Да, 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 побыстрее. Как снаряды, чтобы подносили. Пулемет работает. Вот это снарядный. Или май. Немного шесть. Потом ревакцинацию. Славная голубя по такой. Вот открыто результат. Тоже их хорошо, лучше, чем мышцы. Да, это вообще, мне кажется, мышцы это очень плохая тема. Да. О, шапочка. Так, есть еще пескуны? Давай доколем. Ну, я останавливаю, короче, уже тех мы не будем показывать, да? Два штуки. Олег, вот это... посмотри, с кем я споровал. Ага, это, короче, пара, это то, его. Что Виталич дал голуба, да. И голубочка. Голубочка моя. Ага, такая рыженькая. Ты возьми в руки. Ага. Видишь, как он задирается. Ага, голуб, класс. Видишь, и а голубочка тоже точно клюла, еще ближе у нее, у нас яйцо. Да, да, класс. Как зависает. Это Виталича голуб. И это так Александр Иванович споровал. Ага. Так. Это мне надо, наверное, сюда стать, потому что в ту сторону ветерок. Да, ну да. Вот. Это малыши карандаши, которых провокцин. Это еще. Да. Это еще маленькое. Совсем. Вот молодежь этого года. Все. Сейчас подкинем их, посмотрим. Они пару раз были на крыше. Сейчас будем уже их прокололи, будем кидать. Ну, их как бы вообще нежелательно особо трогать. Да молодец. Ничего, надо уже этих кидать. Подождите, по одному. А ребеночек зависает. Да, да. Это результат моей перепоровки. Ну, вот эту линию, это отцу его уже 8 лет. Ага. Вот это.
Тоже вроде как голубочка, да? Чи голубок будет? Не присматривай. Зависает голубь. А, такой. Крылышки идут так положено. Ну, надо сейчас ветерок разгонять их так. Это куда голубь? Еще дитё, да. Вот тоже. Молодое. Ну, они есть, пока молодые не даются. Да. Нет, ну все, они уже. Тоже. Это одногнездка того, которому голубу 8 лет. Ну. Крылышки правильно, хвостик открытый. На. Все, все у меня есть. На, хорошие голубя. Это уже другая. Не подходите, я так. Это уже другая. Это... Ряба горленькая. А это... Родственник твоему. Да, я понял. Ну, они еще дети и уже цепляются. Тут сейчас, скажем так, было бы отдельное, скажем так, помещение для них. Можно было бы немножко уже подсушивать и накидывать. Ну, я их и так вот еще буду накидывать. Вот. Это перепорол. Я маточно по голове тусую очень часто. Вот результат такая. Это вам нравится, да, уже маточка. Такое голубя? Да, вот много результат перепоролок. Да, такое хорошее голубя. Ну, они еще не знают, что делать, где крыша тоже. Объемные такие, да, Александр Иванович? Получились, да, крупные, протянутые. Это пулемет, наверное, да? Это... Сразу видно, что пулемет. Это должно быть такое. Более шустрое. Но красиво. Какая. Ох, вот это... Молодежь разганивать одно удовольствие. Они цепляются такие, да? Да, ну это еще на крыше не было. Тоже рябогорленькое такое. А теперь бросаем связы. Вот тут две линии связы. Вот линия маленьких связы сплошных. Который будет на хвостиках сидеть. Вот они. А, какие. А, тоже крылышки тянут, а, молодцы. Это, а вот сейчас будет вторая линия. А это уже покрупнее, да, чуть-чуть? Да, это будет крупнее. Вот когда их соединить, получится средние хорошие годы. Это покрупнее. Да, да, такие. А, попротянутые, да. Такие, да. А, что-то... Ну, ударил. Что-то, да, крылышко ударя, жаловаться стало. Это я здесь сейчас. Вот уже такие... Тоже крыло интересно, вот оно сверху и только подрабатывает, блин, класс. А вот отец Физы и мать Физамурая этого голубенка. Ну оно крымача будет, темное такое, хорошее.
Ну, хвостик мы намочили ему, но оно такое будет шустрое. Это вы его планируете на голубидром? Да, могу его, да. Посмотри лучше. Такое козырное голубя. Ну, хвостик оно шустрое. Вон оно дитё, а уже выгребло. Легкое. Ветра нет, оно цепляется как может. Да солнце это слепит, не могу сфокусировать. Ну видишь, на круг не идет. Да, на жопе раз да, и съехал. Вот это и есть высшая лига, блядь, когда голубята не идут на круг, блядь. Да. Не болтаются по небу. Вот Александр Иванович, а питомник. Да, такой. А ну я чуть-чуть покажу, как у вас сделано тут. Да. Так, я сниму свет. Камеру со штатива. А не снимайте светло. Не надо. Ну, свет, да. А я вот покажу. Это вот так вот насесты. Это вот такие гнезда. Все с пластика, все чистится. Аммиак не впитывается. Вот. Очень удобно чистить. Вот такие вот весь ряд. Гнездышки прячутся туда. Вот прячутся да. Гнездышки. Вон гнезда вот, прячутся. Маленькие уже. Гнезда туда прячутся, все. Ну, и вот так ячеек очень много. Тут по два, по три гнезда на пару, даже больше. И они сами выбирают, чтобы не драться здесь голодно. Вот ее маму ковид забрал, ее сестру ковид забрал. Это голубочка, да? Очень это... красивая голубочка. Да, такая пышненькая. Глаза. Вот она кормит молодых. Рюшки правильные. Да, это солнце, блин. Ага. Солнце не дает. Да. Солнце не дает, оно слепит. Оля, пока-нибудь потом выпустим сюда.